С начала сезона 9 человек потерялись в лесу и были найдены. Грибной сезон продолжается. Валентина Чибичек отправилась в лес с сотрудником МЧС, чтобы на месте узнать основные секреты безопасных прогулок. Андрей Валерьевич, неужели вот в этом красивом, довольно-таки прозрачном лесу можно еще потеряться? Любая природная среда, так же, как и природное явление, оно представляет собой опасность как для человека, так и животного. Вот. И как показывает практика, в данной природной среде зачастую не просто люди теряются, а некоторые даже и не находятся. Вот. Поэтому специфика проведения поисково-спасательных работ, она для нас она известна. Вот, мы ее применяем на практике, вот, и в качестве рекомендаций для населения, да, вот, в особенности это в период сбора дикоросов, вот, или грибов, всячески стараемся предупредить население о тех опасностях, которые могут возникнуть или с которыми они могут столкнуться, именно находясь в природной среде. Ну какая основная причина того, что люди идут в лес по грибы, по ягоды и теряются? Ну, наверное, люди, которые... Ой, минуточку, подождите, я увидела гриб. Можно я сорву? Вот так вот люди и теряются. То есть в погоне за грибами, ягодами конечно, увлекаются за, и... За результатом добычи, скажем так, тех же ягод, грибов, забыв про элементарные вещи, которые могут послужить и обеспечить безопасность этого человека. Тем самым люди сбиваются с пути, а это один из важнейших ориентиров, дорога, к примеру, да, вот, которая вот здесь, к примеру, этих дорог тысячи, вот, а может быть и больше, да, на территории Ненецкого автономного округа и, соответственно, грибных местах, и теряются. И потом эту уже дорогу очень сложно найти. А как ее пометить, если, вот как вы сказали, их очень много, десятки? А нужно идти по одной дороге и от нее влево-вправо искать те же самые там грибы, ягоды и так далее. Вот и все. И не сбиваться с этого пути. Может быть, еще какие-то по ходу ориентиры для себя не просто оставлять, там метки, зарубки, веточки ломать. Подвязывать какие-то масса тряпочки. Масса всяких, да, возможностей. Ну вот, к примеру, именно таким способом какой-то грибник отметил свою дорогу, выставил в качестве ориентира именно грибную шляпку, повесив на сук дерева. Ну вот в этом году уже есть несколько потерявшихся. Они по какой причине оказались, так сказать, в ловушке лесной? Суть-то какая, что потерялись, да, там две женщины, с ними была собака. Благодаря, как говорится, да, данному верному другу, вот, который, возможно, также искал дорогу, спасатели первым делом нашли именно собаку, а и потом уже хозяев со словами: «Ну давай ищи, где они, где». Вот. Хорошо, если с вами друг, товарищ, ну или тот человек, который ориентируется в этих местах. Вот. А если его нет, и если вы еще не подготовились к этому, то есть ну, не взяли с собой, к примеру, элементарные вещи, там те же самые спички, провиант, не предупредили родственников, знакомых, куда вы идете, на какое время. То есть, к примеру, я буду собирать ягоды с 7 утра до 12. Потом позвоню. Если меня не будет там до 3 часов, вызывайте спасателей или обращайтесь к ним, потому что вот, я не выхожу на связь. Соответственно, ваши же родственники будут сначала вам звонить. Берет в том районе связь. Вы же тоже с собой носите телефон. Посмотрите, чтобы батарея была заряжена полностью. Итак, подведем итоги. Если вы собрались в лес, одевайтесь ярко. В камуфляже вас могут не найти из 3 метров. С собой необходимо взять запас продуктов и питьевой воды. Нож, спички, необходимые лекарства, компас, мобильный телефон с полной зарядкой. Перед подходом в лес уточните, где находятся ближайшие населенные пункты и изучите простейшие правила ориентирования в лесу. Вот так нужно ходить в лес. И грибов набрала, и не потерялась. Спасибо большое, Андрей Валерьевич. Всегда пожалуйста. Валентина Чибичек, Андрей Брылев, Мария Кравченко, Вадим Носкин, телеканал «Север» из леса.